Недавно мне поступила информация, и более того, в интернете был размещен ролик, вот просто вы говорили о горках Ленинских, вот есть такая железнодорожная станция, там есть вокзал, который является объектом культурного наследия. В вокзале есть памятник Ленину, вернее был, потому что буквально не так давно вот пришли молодчики, и этот памятник разбили молотом и выложили это все в интернет. Естественно, я сделала запрос в правоохранительные органы. Вот. Человек, который снимал, уже через своих друзей на меня вышел, который снимал это, как ломали. Кто снимал это, в общем-то, оказался подросток фактически. Вот. Он очень, конечно, испугался, когда я дала информацию, что я обратилась в правоохранительные органы. Он действительно сам не ломал. Вот. В принципе, даже известно, кто ломал. Ну и моя задача даже, понимаете, не столько наказать их, хотя, в принципе, наверное, они должны быть наказаны, потому что если всем будем прощать такие вещи, то это мы поощряем к дальнейшим таким действиям. Но все-таки главным виновником всего этого я считаю власть придержащих. Потому что вокзал был заброшен, понимаете? Вот есть объект культурного наследия, он никого не интересует. Если они, вот эти ребята, ну там не все были подростками, там были и постарше, но они считают возможным прийти и молотом дубасить скульптуру Ленина, значит, в государстве создана такая атмосфера, которая позволяет им это делать. Понимаете, они были уверены в собственной безнаказанности до того, что даже выложили это в интернет. А какой мотив у них был? А никакая, просто. Судя по всему, были выпившие.